Хочу порекомендовать свой новый канал на YouTube. Я буду заниматься различными ритуалами, а также проводить эксперименты с учением. Буду показывать упражнения, которые сам знаю. Немного о себе. Занимаюсь и практикую экстрасенсорику. Не знаю, может быть, у меня пришло это из детства, не могу сказать точно. Но так, 18 лет я уже занимаюсь упражнением Бодхидхарма. Если не слышали об этом, я расскажу позднее. Также хочу рассказать о зажжении энергии внутри каждого человека. Мне просто... Я не хотел создавать канал и вообще себя показывать на видео, но мне надоело. Надоело то, что всякого грамотнее показывают. Да, может быть, я не самый лучший экстрасенс в этом мире, но что-то я могу. И тот, кто будет ко мне обращаться, я буду помогать, чем смогу. Буду приезжать на дом и заниматься тем, что умею. Я, в общем-то, занимаюсь не целительством, не сновидением. Ну, там бывают и предсказания, всякие наблюдения у меня есть, все это дело. Разговоры с духом не так силен, как там многие. Медиумы, но что-то могу тоже. В большей степени занимаюсь лечением, самолечением и лечением других людей. Также то, что могу посмотреть, как человека, там, что прошлое, будущее, там, многое вещи узнать об этом человеке. По фотографиям тоже практиковался. Ну, не скажу так хорошо, но что-то могу тоже рассказать. На большей степени это когда со мной общается человек, когда я его вижу, когда я с ним разговариваю, когда могу его дотронуться до него, когда дотронусь до него, вся информация может перетечь. Ну ладно, это об этом позже будет. А так для начала этого достаточно обо мне. Так что, если что, меня зовут, повторюсь, Сергей, фамилия Куйков. Мой канал будет называться «Разговор с Богом». Почему я так его назвал? Потому что в основном все ритуалы будут связаны с иконами, свечами и амулетами. В основном божественные церковные. Но в церковь я, конечно, посещаю не так часто, я сразу скажу. И я, конечно, ее посещаю, не могу прийти. Но если у тебя не заложена вера, никакой божественности, значит, ничего не будет, тебе ничего не поможет, в общем-то. А я хочу помогать людям, из-за этого я, в принципе, создаю этот канал. Кому интересно, ставьте лайки. Спасибо.